Степанчевский, с костями, кишками и плечами, Константин Степанчевский, живой родный человечный. Константин Степанчевский, с костями, кишками и плечами, Константин Степанчевский, живой родный человечный. Константин Степанчевский, с костями, кишками и плечами, Константин Степанчевский, живой родный человечный.
2003 года! Спасибо, что пришли и подвели нас сегодня! Раз в 10 лет можно и увидеться друг с другом! Как думаете? Прямо сейчас! Сколько денег у Бога!
Yeah.
Твоя проблема.
Сегодня у нас здесь необычный концерт. Как я уже сказал, это первый концерт практически за 10 лет, окей, первый сольный концерт. И здесь, в Курске, никто нас не рисковал вести, и вот, наконец, рискнули. Вам и надо радость! Привет, Курск, еще раз! Мы знаем, что среди вас, в общем-то, по большому счету, коренных жителей Курска не так уж и много. Ну, наверное, где-то какая-то часть точно есть. Но здесь у нас есть сегодня ребята из Белгорода, мы слышали. Ну, оказывается, вас больше. Сколько? Раз, два, два с половиной. Не так же много. Орел, есть здесь сегодня орел? Ну и слава Богу, мы съездим в Орел тогда, в конце мая. Прямо сейчас альбом «Украинка в тюрьму», «Дурная башка». Солнце зашибли ляжки, а вместо глаз одни зрачки. Захождение в крови, а халяка пить. Ваши разведы вдохнуло, а тихо сон опять тепло. Сколько сбывшихся мечтей, без программы на дне. Надо покоя, не обнял, чем больше рада. И завтра целость лучше, кто бы навсегда. Но она не дает, слушай совета. И вряд ли кто не попадет. Yeah.
сегодня. Мы тоже. И прямо сейчас мы собираемся пригласить вас на нашу импровизированную дискотеку. Но перед этим пара слов о том, какие судьбоносные события грядут в жизни группы «Тараканы» буквально на днях. Сегодняшний концерт в Курске отстоит почти всего лишь только на пару недель от выхода в свет нашего нового, долгожданного, долгоиграющего альбома! Альбом мы этот записывали практически из ноября-декабря ушедшего от нас 2012 года в городе под названием Дюссельдорф, там, на Германщине. И сегодня мы планируем сыграть для вас несколько песен с этого самого нового альбома. Мы начали концерт как раз-таки с одной из таких новинок, которая, впрочем, многим из вас, наверное, уже давным-давно не то что известно, уж набила оскомину. Это была песня «Мешки с костями». А сейчас мы хотим предложить вам трек немножко другого свойства. И нам тем приятнее исполнять его, потому что на нем специальным гостем выступил наш кумир, так сказать, теперь уже, наверное, друг и коллега Родриго Гонсалес, бас-гитарист абсолютно фантастической немецкой панк-рок группы Die Ärzte. Эта песня называется «Плохие танцоры». И это танцевальный трек, пацаны и девчонки. Всем парням и деткам с большими яйцами в этом городе посвящается!
Свободна, свободна,
Русские группы, а название той песни — «Бог».
и полиция! Молись, как можешь, о себе не
день и часа первого всего. И если хочешь сегодня быть вместе меня, возьми меня тогда постой. То есть я, конечно, от вас ответ. Поезд «Орлеанский клон»! Постепенно движется.
движемся к своему финалу. Мы переходим в ту стадию нашего концерта, которую мы условно называем про себя лучшая и любимая. И только на вас вкус! Прямо сейчас сорвала страх и ненависть. Я не верю! Yeah.
Thank you.
Прямо сейчас я смотрю!
Thank you.
тебя. Но все же не тебя надежды. И бросил пламя, бросил что-то твое. Он не выставит тебе интереса. Забыл, но за следующий
пришли. Все самое лучшее. До свидания, дорогие.